Алина не вставляет. Алина не вставляет. Алина, это не вставляет. Это вырежем. Это не вставляй, Алина. Всем привет, друзья, добро пожаловать на канал На Пару. Сегодня Алины нет, но есть еще лучше. Сегодня мы собрались в Краснодаре всеми пацанами старой банды. Если что, у нас есть традиция каждый год. Неважно где мы, неважно что мы собираемся. И в этот раз выпадает чемпионат Европы. Финал Англия и Испания. Я не знаю, кто победит, но это будет безумно интересно. Что самое важное, мы уже пили. Весь ролик будет вести Ваня. Он, если что, ведущий. Он легенда канала, вы знаете. Мы сейчас отправляемся смотреть матч. Потом у нас целая неделя только тусовки пацанами. Мы играем в НБА, там правда не видно. Но мы играем в DayZ, катаем в игры. И самое важное, футбольчик. И ребята меня уже ждут, погнали поздороваемся. Эй, Ваня, здорово. Buenos dias, señoras y señoritas. И сегодня мы смотрим, что вы думали. Ты за Аргентину. Естественно, viva la Messi. Чей золотой мяч? Кокорин. Правильно, как говорил Журавлев. Как говорил Журавлев, кря. Никитос, рад тебя видеть. Как, это бывший ютубер, если Detroit, что. Детройт, мазафака, work in progress. Давай, кто из Детройта из рэперов? Тупак. Эминем. Михалыч, здорово. Ты главное тут не перегрейся. Что у вас происходит? А вообще футбол собираетесь смотреть? Смотри, смотри. Ты смотришь, мой? Ты в курсе, что ты ногами касаешься пола? Нифига! Он просто парит! Вот, в общем, такой вайб будет. Если что, ведущий сегодня Ваня, я в отпуске. Миш, Алина нет, забей кальян, пожалуйста. Давай, пожалуйста, потом вставишь, не вставишь, я хотел знать, смотри. Даже не я монтировать буду, слава богу. Смотри, да ну ты верни ты, пожалуйста, тебя умоляю. Ребят, вы в курсе, что финал там? Финал там. Финал здесь. Кто победит? Англия. Какой счет? 2-1. Вань? Аргентина. 4-0. Мессия? Испания 2-1. А я думаю, победит Роналду. Блин, я же усы не сбрил. Я похож на Хорхе. Знаешь, что значит усики? Пропуск твоей трусики. Я дает пас номер 24. Отдает пас номер 14. Когда ты смотришь футбол, но не знаешь фамилий. Отдает пас номер 1. Скажите, пожалуйста, после того, как вы посмотрели данный мундиаль, кого вы считаете открытием данного чемпионата Европы? Тебя. Давайте выпьем. Наконец-то нормальное предложение. Вы заметили, как Макс говорит, просто говорит, и когда камера работает, говорит? Чирс! Чирс! За пацанов! Чирс! Алин, извини, пожалуйста, Алин. Я не хотел. Шоу штрафной! Ну, отойди вот сюда. А подожди, смотри. Там свет закрывай. Свет не мешает. Свет не мешает, у него сегодня день рождения. Ваня отрабатывает всю зарплату. Ой. У меня нет ее. Иди, встречай, Алана. Ты помогай, ты не пойдешь. Встретишь курьера. Фуд-фетиш-чек. Что мы видим? Кусок мяса и стружка мяса. Мясная стружка, наверное, это она. Салатик, салатик. Два куска. Здесь, значит, куриные какашки и картошечка фри. Кукуруза, на пляже. Кукуруза, пахлава, отбитые огурчики, перчики и что это? Что это? Лучок. Это лучок. Это Миша. А это курочка. Курочка для Миши. Так. Булки забыли, еще булки есть. При всем моем уважении, мне стыдно за вас. Опа, смотри, Миша догоняет, смотри. Знаете? Миша уже где-то на один круг от... Так, подожди, нихуя он... Это одновременно самый скучный и веселый матч, что я смотрел. Чистый стакан. Это Макс. Я вас специально позвал на финал, чтобы если он будет говно, как обычно, с матчами Англии... Чтобы мы были в говно. Пау! Ты что, гнойный, что ли? Я КПСС. О, мачочка. Игра была равна. Нет. Спонсор этого ролика Energetic Volt. Это как Red Bull Dog, не надо платить 260 рублей. Energetic Volt, 260 рублей, не надо платить. Пожалуйста. Energetic Volt работает как Red Bull, только он черный, поэтому работает за троих. Energetic Volt, свяжитесь со мной. Я уже задолбался платить налоги. Никит. Да. Давай тест тебе. Давай. Сколько у тебя рукопожатий до Мбаппе? Одно. Через кого? Через Мбаппе, видимо, если одно. Он напрямую с ним поздоровался. Давай, составь цепочку рукопожатий до Мбаппе. Мой начальник.
Угу. Начальник моего начальника. Угу. Путин дальше. Дальше Путин. Угу. Дальше. Подожди, а мне кажется, ты с какой-то французской легендой встречался. Ты снимал то видео. Окей, мотаем назад. Давай, давай, заново. Окей, мой друг сидит справа. Ты сам с ним виделся! Заново! Отматывай, Вань, отматывай, Вань, отматывай. Ну, друг. Ага, давай. Цепочка Домбапе. Ладно, окей. С кем ты виделся? Анри. Ты с ним виделся? Ты виделся с Анри? Он снимал то видео. Ага. Не надо мне говорить. Кстати, да. Ну. Было дело. И... Анри и... И его начальник. Все, он с ними виделся. Давайте выпьем за пацанов. The boys. The boys. What you gonna do? When it comes for you. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it comes for you? Bad boys, bad boys. Чтобы вы понимали, прошел первый тайм, было 3-4 угловых и, по сути, больше ничего. Но зато мы проводим время веселее, чем этот матч, однозначно. Да, Вань? Отмотай, я переговорю, пожалуйста. Спасибо. Так вот, матч не очень, но нам весело. Надеюсь, вам тоже. Давай еще разочек. Ване 30 лет. 30 сегодня. Он бороду отрастил. Да, Миш? Да. Короче, нас четверо. К сожалению, Никита отказался спать с нами. Поэтому у нас был вариант лечь вон там на диванчик вот этих, но там неудобно. У нас есть Мишка. Может быть, кто-то из Олдов помнит. Этот черт хочет его накачать. Держи. Он твой. Я тебе еще под... Но вы понимаете, почему я с ними дружу, да? Знаете, хорошо это не закончится в любом случае. Алкоголь зло, осуждаю, надо выпить. Может, вы просто ляжете отдельно? А ты на Мишке. Да, я могу и на полу с такой, могу с камерой постоять. Ну а пока на молокача. Это все из-за тебя. Да, не а. Давай, читаем. Знаете, я в жизни не видел пацана. Мы тебя тут оставим пока что, я ушел. Никит, у меня для тебя плохие новости. Ты не накачиваешь, там надо придерживаться. Клапан, закрой! А, я понял, пацан! Другой клапан! Воздух выходит! Где он? Где клапан? Подождите. Золотой мяч ему. Ну, как вы уже поняли, в этом влоге футбола меньше, чем в матчах «Зенита». Всем спасибо за сбор. Я всех... всех собрал, но никуда не ехал. Мне легче хорошо. Всех. Я эту всем... калину выгнал. Спасибо за сбор всем. Спасибо всем за сбор, что все собрались. И всех люблю. Давайте посмотрим. Всех Миша люблю. Мы тоже всех любим. И мы тоже всех любим. Кроме Фодена. Ты будешь долго возле телека стоять? Ты Я просто смотрю пол. Футбола, пол твоей рубашки. Никит, сядь! Честно, я думаю, у тебя было бы больше возможности выйти в Евро и забить гол, чем нормальный кальян. Опа! Оп! 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 Ямаль практически забил. Или Марата. Ямаль. Манища, пожалуйста. Давай. Не туда. Я не могу это комментировать, если что. Никита, у тебя же вроде жена есть. Нет, Вань, тебе плохо или хорошо? Мне хватит. Прям представь, что это интервью Матч ТВ. И там Журавлев еще спрашивает. Вань, скажи честно, насколько это скучный матч? Глушка нет. Никит, насколько это скучный матч? Какой шкала. Скажи честно, ты смотрел больше 10 минут? Смотри честно. Я отвечу на твой вопрос. Давай. Если бы голов было больше, было бы интереснее. Ну вот как мы в FIFA с Мишей сыграли. 3-2, хорошо. 3-4. 4-3 было классно. А, если честно, Макс проиграл сегодня в FIFA. Да, было дело. Вот ему. Но он киберспортсмен, это не считается. Нет,
коленный спортсмен. У Макса горело, да? Там был странный пенальти. Oh, if you know how I really take you, can you see, can you mean it? По майну заменили на фауна, в атаку. Получается, там, где идет в атаку. Да, да. Им всего лишь понадобилось для этого 70 минут. Опа! Опа! Да, вот. Пенальти, штраф. А у Англии был прям супер опасный момент. Нет, смотрите. Нет. Блин, ну как мяч Марата. Грустно, если опять выиграет Испания. Да, я уверен, что в последние 10 минут прям Англия насядет на ворота. Либо сами... Мне кажется, Англия не отнимет мяч у Испании. Отнимет. О, о, о! Испания! Вот она, вот она! Альваро Марата! Альваро! Нормально, сейф. Опа, бом! Да! Да! Кальян. Испания выиграет все равно. Я в начале матча сказал, меняйте сразу Саку и Кейна на Палмера. На Сасаку. Такая хуйня. Не, ну мы просто, блядь, мы заметили сразу. Это Vision. Мой клуб компетишн. 1-1, 75-я минута идет 1-1. Пикфорд говорит, что все собрались, все фанаты ликуют. И как будто бы Англия на подъеме, но Месси так не думает. Месси думает, что через несколько часов будет на стартовом составе. А теперь смотрим на то, что происходит. Здесь надписи, здесь. Я в любую сторону так, и так, и так. Бит. Да. Делай бит, Никит. Бит. Чеки на камере, таймер. Только что забил Рой Палмер. Подожди. Все, больше мерив нет, и что? Окей. Йоу, чеки на камере, таймер. Только что забил ворота Хорватии, Палмер. Испания сделал Сосаймер. Сосаймер. И завтра забьет Воткинс. Потому что после 12 будет уже завтра, но это как вчера. А это как на один вверх, то ли на один вниз. Воткинс. 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 Мы пьем Воткинс. Надо ролик просто на этом заканчивать, типа. А мы ему один опыт. Мы пьем Воткинс. Южных морей до полярного края раскинулись наши дома и леса. О! 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 Емаль как бы не доучился. Ламин Емаль, ты шо? Да, я подтянусь. Так, Карвахаль и что? Ольма, Карвахаль, снова Карвахаль. Капитан команды. Капитан. Качество вернись. Я посвящаю тебя в болельщики Карвахаля. Строки этой дороги каждому метру. Марата не забьет. Я верю в это. Опа! Не Марата! Пожалуйста, вар. Даже англичане его обнимают. А почему англичане его обнимают? Они того рода, не ставку сделали. Ну это, блин, ну вообще, ну такое себе. А сейчас Англия пойдет вперед. Ой, как пойдет вперед. У них вперед идти 2 минуты. За хорошие последние 5 минут. Макс. Никита, ну ебаный. Это не я. Да ты продолжаешь это делать. Ну да. Привет! Даня Олмо засейвил. Да, один из. Там два сейва было, два сейва, блин. Жесть. Чисто FIFA, когда ты не хочешь, чтобы забил. Все, Испания. Испания! Детство за Испанию. Все? Я рад за Карвахаля. Давай. Кстати, это все? Да. Испания, ебашь. Все. В смысле все? Ждем Копа Америку, потом стрельбу. Это вырежу. Это точно. Это Макс сам вырежет. Испания. Дела вива. Испания. Ну мой итог. Победил тот, кто заслужил.
Матч был скучный, но благодаря друзьям он стал одним из лучших. Ура! А сколько у вас в доме вообще людей, интересно даже? Стоп, стоп, стоп! А давайте на раз, два, три делаем пересчет. Испания, вы говорите? Понятно. Сосать! Бонжорно! Как дела? Как вам финал? Давайте, финальное слово. Алине можете привет передать. Алине привет? Да. Ну не мне же. Ладно, Алине привет. Мяч есть? Да, есть. Не, меня мама домой не пустит. Есть. Вот да, один. 10 минут, баскетбол. Как бы, раз-пора. Алина потом за это. All right, you know, all right, такие. Я бы сказал, что мне стыдно, на самом деле нет. Пацаны собираются играть в баскетбол против подписчиков. Я не собираюсь играть в баскетбол против подписчиков. Надеюсь, вам понравился данный видос. Если так, то поставьте лайк, и мы заснимем на Копу Америку, если доживем. В общем, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, когда станете честь. Там музыка, сатор с неправим. Говорю громче, пока! У-у-у! Все, ты победил. Вань, давай трешку. Это не трешка. Это максимум Балтика девятка.